Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1732 из сборника Демидович. Найти следующий интеграл. X в кубе на кубический корень из 1 плюс x в квадрате. Для решения данной задачи давайте сделаем замену t равно кубический корень из 1 плюс x в квадрат. Так, давайте сразу выразим x квадрат. X квадрат это t в кубе минус 1. Теперь нужно пересчитать дифференциал. Давайте найдем дифференциал левой части, это 2x dx, и правой части, это 3t квадрат dt. То есть, другими словами, x dx это 3 вторых t квадрат dt. Так, и теперь все готово. Давайте сделаем одно преобразование, чтобы увидеть, что все, что нужно у нас и есть. Напишем вот так. X в квадрате на кубический корень из 1 плюс x в квадрате x dx. И вот теперь уже видно, чему будет равен интеграл после замены. X квадрат это t куб минус 1. Так, кубический корень мы обозначили за t. X dx это 3 вторых t квадрат dt. Равно. 3 вторых постоянный множитель за знак интеграла. Остается интеграл. Далее раскрываем скобки t в шестой минус t в третьей dt. Это уже табличные интегралы. Здесь все совсем просто. Получается 3 вторых умножить на t в седьмой, деленное на 7, минус 3 вторых умножить на t в четвертой, деленное на 4, плюс c. Осталось сделать несложное преобразование и обратную замену. 3 четырнадцатых, а t это кубический корень. То есть можно записать как 1 плюс x в квадрате в степени 7 третьих. Далее минус 3 восьмых. 1 плюс x в квадрате в степени 4 третьих плюс c. И тем самым задача решена. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединяйтесь к телеграм-каналу и, конечно, обращайтесь за решением ваших задач.